А сейчас к нам присоединяется Москва квартет. Я представлю участников. Тоже все лауреаты. Но у них теперь уже и дети подрастают, тоже лауреаты. А Москва квартет. Александр Таланов. Владимир Таланов. Ольга Булакова. Алексей Стеблев. Сейчас мы попробуем исполнить романс, музыку которому написала учительница из города Ашхабада. Ее зовут Галина Прищепа. Я потерял, к сожалению, с ней связь. Но, может быть, если кто-то с ней знаком, скажите, что вот исполняют романс ее со струнным квартетом и с флейтами. Это стихотворение Булата Акуджава. Соединение сердец, старинное приспособление. Вот-вот уж кажется конец, вот-вот уж кажется конец, а смотришь снова потеплее. Вот-вот уж кажется пора, разрыв почти увековечен. Но то, что кажется с утра, но то, что кажется с утра, преображается под вечер. Но то, что кажется с утра, но то, что кажется с утра, преображается под вечер. Соединение сердец, старинное приспособление. Если впрямь настал конец, если впрямь настал конец, какое к черту потепление? Но если впрямь пришла пора, все рассуждения напрасны. Что было, сплыло со двора, что было, сплыло со двора. А мы хоть врос, но мы прекрасны. Что было, сплыло со двора, что было, сплыло со двора. А мы хоть врос, но мы прекрасны. И в скорбный миг, печальный миг теряют всякое значение все рассуждения мудрых книг, все рассуждения мудрых книг и умников нравоучения. Понятны только нам двоим истоки радости и муки, и тем живем, на том стоим, и тем живем, на том стоим, и утешаемся в разлуке, и тем живем. Стоим, и тем живем, на том стоим, и утешаемся в разлуке. Соединение сердец, старинное
приспособлений.